окна трясутся. Наверное, за домом. Всем привет! На фоне пивовар. Макс на тренировке. Я его жду. Ой! Я так устала. Была в школе. Нашла его штаны, которые он потерял. Спортивные. Просто надо было заглянуть в другой пакет. Не тот, который был его, а, видимо, кто-то положил. Ну, просто другой пакет. Другая надпись была. Я, говорит, их потеряла. Я говорю, как можно было потерять штаны от физкультуры? В общем, нашла я. Себе сделала маникюр. Я 100 лет не делала себе френч. Оставила длинные. Скоро ж едем на турнир. Вот. В этот раз я его записала на прическу. Нам не тренер будет делать, а будет делать имидж-студия. Мальчикам 1500 стоит. Ой, на 6 утра нас записали. На 6, ребята. Нам еще встать, доехать больше часа. Это во сколько нам нужно выехать, чтобы там быть? 6 утра прическа. Мы танцуем рано. У нас начало отделения в 9:00. При этом делают не там на месте, а перебираться нужно. Ну, в общем, одна станция метро. Ну, опять же таки, дойти туда, дойти сюда. Вот. Вот такие дела, ребятуля. Сейчас жду. Просто хочу уже поболтать немножко, потому что навряд ли я буду сейчас что-то снимать. Я работаю эти дни до конца отъезда своего. Нужно много поработать, много записей, заработать денежку на турнир. И то мне не хватит. Уже беру у Макса. Из его копилки. Знаете, как ему там то дарили, то еще что-то. Я говорю, Макс, потом как-нибудь тебе туда верну, но не успеваю я. Потому что что-то у меня как-то и туда, и сюда нужно было. Благо, я сейчас не оплатила, а есть деньги на сами танцы. И я купила билеты на поезд. Сам выключился свет почему-то. Вот. И все. И сейчас мне нужно заработать на ту же самую прическу. Еще же я за танцы плачу. Еще нужно отдать здесь за эту неделю. Благо, я еще за месяц уже рассчиталась, оплатила. И в общем. Ой, что как-то вообще тяжело. Идешь в магазин и расстраиваешься, потому что цены взвинчены. Даже на те элементарные продукты, которые покупали, в 2 раза цена увеличилась. А Максиму пюрешки эти покупаем и в школу даю, и на
На турнир, извиняюсь, берем. Я не выспалась сегодня, потому что плохо спала. У нас опять всю ночь громыхало. Да. Летала. Техника. Я не спала, вздрагивала. Подбегала вечно к этому, к окну. И смотрела. И видела. Ой. В общем, как-то то вроде ничего-ничего, а сегодня прям было как-то шумно. Вот. Эти пюрешки, они стоили, ну, знаете, вот по акции в Пятерочке, там Магните были по 27 рублей, 1 плюс 1, вот такие вот, которые откручиваются крышечкой мягенькие, но я миллион раз показывала. Вот, я даю ему в школу и с собой берем на турниры. Потому что там нельзя особо много кушать, им перекусывать. Вот. Ну, а такие можно там бананчик, фруктовые вот эти пюрешки поесть. Все-таки хоть как-то что-то питательное там. Вот. А сейчас они стоят 63 рубля. 63! Ну, они были те, которые по 32 рубля, они стоят 45 рублей, да, а, которые были по акции. Вот сейчас я зашла в Магнит, вроде немножко есть по 40, там, какие-то, и то даже не те, которые я брала, 45, 46 рублей, а те, которые мы брали, вот, 63 рубля. Конечно, проще баночки купить, там, вот такие, да, ну, как, неудобно же давать, там, ложку с собой в школу, да, ну, не знаю. Потому что кто нас смотрит давно, знает, что мы в школе не питаемся в столовке в этой, и он просто не усваивает, и нам уже даже проверялись мы и у врача, и сказали, что нам просто не подходит это школьное питание, как бы они его там не улучшали, а... Ему стоит там 2-3 дня поесть, и все, и он потом мучается с желудком. И он поэтому, ну, мы поэтому приняли решение, что уже экспериментировать не будем. Мы 4 года экспериментировали, и все бесполезно. Вот. Возможно, в новой школе, которую мы перейдем, которая строится у нас следующий будущий год, ну, в смысле, в этот учебный год, 6 класс, там, скорее всего, что-то улучшится, потому что вроде, насколько мне известно, будет на выбор, например, там 2 салата, 2 вторых, 2 первых блюда, то есть ребенок может выбрать, и плюс еще это же все будет современная кухня, ну, более такой, знаете, улучшенная, а сейчас у нас старая, конечно, школа уже, я ничего не хочу сказать, что она плохая, нет, ну, учителя все хорошие, а сама школа старая, и, соответственно, там и кухня все старая, и, может быть, они улучшают это питание, привозят им, но Максим не усваивает его, вот, не переваривает, скажем так. Короче говоря, я такая уставшая, у меня даже голос сел. Кстати, у нас потеплело, я днем надела... эту футболку и легкую вот эту вот, ну, как курточка-плащик, пальтишко даже. А сейчас что-то подзамерзаю в машине. Сейчас, наверное, пойду к ним, они уже скоро закончат, заберу. Ну вот. Потеплело, даже не знаю, в чем Москву ехать. Ну, однозначно зимние уже... Верхушку я надевать не буду, а вот по поводу обуви, скорее всего, пока останусь в теплой обуви, потому что кто его знает. И вроде как мы запланировали, что возможно, если все получится, мы поедем в музей космонавтики, если получится, там, в Москве. Вот. Такие у нас планы. Потому что мы едем туда на неделю целую. Так получается, на все каникулы. Ой, я обзевалась. Спать хочу. Все, ребятки. Наверное,
уже буду снимать либо в поездке, либо... Либо сам уже турнир сниму. Все, ребятки, буду с вами прощаться. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока.